Передать историю советского кино через черно-белый снимок. Выставка «Черно-белое начало» посвящена жизни старейшего кинотеатра в Самаре, художественного. В середине 20 века он был центром притяжения всех жителей города. Каждому хотелось прикоснуться к фантастическому миру синематографа. Кинотеатры были заполнены, конечно же. Мест не было свободных вообще. То есть здесь устраивались и творческие встречи с приездом актеров, режиссеров. Здесь проводили всевозможные кинолектории. На одном из снимков совсем еще юная Надежда Румянцева, на другом – трудовой коллектив кинотеатра «Художественный». Фотографии представляют собой большую историческую ценность и являются своеобразным пособием по истории кино города Куйбышева. Сейчас, чтобы сделать видео или фото на любом современном гаджете, достаточно нажать одну кнопку. Раньше фотографы использовали вот такие огромные фотоустановки и выполняли множество различных манипуляций. Для начала нужно было снять крышку с объектива, затем прицелиться, после чего закрыть затвор. Далее фотограф вставлял кассету с пленкой и только после этого делал снимок. Так появлялась черно-белая фотография. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События.